У нас сейчас середина мая, и как раз пошел сезон черемши. Вот я решила взять такой пучок. Оказывается, черемша в некоторых городах внесена в Красную книгу. Ее запрещено собирать, за это люди ждут штрафы. Но у нас в Улан-Удэ ее продают в сезон практически на каждом шагу. Вот такой пучок. Такой пучок. У нас стоит 50 рублей. Из него я делаю обычный салат. Крошу черемшу. Вначале убираю вот эти пенечки все красные. Да? Снимаю с них вот так. Вот эту я не знаю, как назвать. Корочку. Потом все это крошится и посолить и добавить майонезу. Очень классно будет. Потом покажу, что получилось. Пока я убираю пенечки, немножко расскажу о черемше. Ну вообще, слово черемша похоже на какое слово? На черемуха, да? Потому что черемша начинает появляться именно тогда, когда цветет черемуха. Еще черемшу называют медвежий лук, потому что когда медведи просыпаются, вот сейчас в это время, после спячки, голодные, им нужны хорошие витамины после спячки, и они берут их, как правило, тоже из черемши. Поэтому ее называют медвежий лук. Черемшу желательно собирать как раз в то время, пока она еще не зацвела. В это время в ней содержится больше всего витаминов. Она очень нежная. В принципе, сезон. Некоторые пишут около месяца, но я так привыкла, что обычный сезон недели две. Две недели проходит, потом уже она действительно такая цветущая. Ее собирают, но она становится немножко с такими прожилками жесткими, жевать неудобно. Из черемши делают различные блюда. Ну, наш любимый салат в нашей семье – это просто обычная порезанная черемша, которую нужно посолить, добавить майонез и все. Некоторые любят добавлять туда вареное яйцо. Некоторые любят, чтобы был салат такой более насыщенный, добавляют колбасу. Из черемши бывает много блюд, в том числе черемша, допустим, с баклажанами. Можно приготовить омлет с черемшой на завтрак. Некоторые используют черемшу для выпечки пирогов. В определенных, насколько я знаю, городах и странах черемшу добавляют даже в хлеб. Вот. Сейчас я почищу ножки. Помою черемшу и покрошу. У черемши такой своеобразный аромат. Что-то среднее между, не знаю, луком и чесноком. Такой же вкус. И перебить запах черемши, когда вы поели что-то среднее между луком и чесноком, очень сложно. Имейте в виду, несмотря на то, что очень так вкусно. Перед первым свиданием кушать ее, наверное, не стоит. Вот. У меня осталось всего пару листиков. Пару листиков и все. Черемшу также еще можно солить и мариновать. Однажды мне
доставалась. Такая зимняя заготовка меня угостила знакомая. Черемша была покрошена в баночке стеклянной и обильно посыпана солью, видимо. Ну, почему-то кроме меня это у Люды никому не понравилось особо, поэтому, как говорится, на вкус и цвет по мастера разные. Ну ладно. Ну вот, в принципе, вот так выглядит покрошенная черемша. Сейчас я ее переложу в специальную тару, посолю и заправлю майонезом. И салат будет готов. Ну вот, у нас получился такой супер легкий салатик из черемши. Очень вкусный и нежный. Всем рекомендую.